Друзья, всем доброго времени суток, с вами Полина и игра Bully с Холошип Эдишн. Знаете что, обычно я рассказываю в роликах, да, что было в прошлой части, и по идее это видео исключением стать не должно, но мне так не хочется вспоминать о том, что... Да, так вот, мне совершенно не хочется вспоминать, что же там было в прошлой части, я серьезно. Ну, то есть не то, чтобы там было что-то сверх-супер-мега выносящее мой мозг, да, но тем не менее, меня вынесли там с полоборота фактически, вот, и я даже не ожидала такого. Я, наверное, ограничусь лишь тем, что мы сходили на свидание с девушкой одной. Вот, и, наверное, больше я ничего вам говорить не буду, потому что это просто ад в ад, серьезно. Я не знаю, как разработчикам в голову такая замечательная идея пришла. Ну, вообще, конечно, есть такая традиция, но я не знаю, я не думала, что как-то об этом в игре упомянут. Ладно, в общем, давайте поспим, раз уж тут такое дело, и время как раз спать. И да, кстати, у девчонки, у принцессы, Пинки, как ее зовут. Но буду я ее называть принцессой, потому что... Не знаю, какое-то имя у нее противное, по-моему, и совсем не хочется мне его произносить. Так вот, я с принцессой была на свидании, и, в общем, выяснила, что, оказывается, у нее есть... я не знаю, парень, что ли, не парень, как называть его так, чтобы понятно было. Короче, ее... Будущий муж. В общем, у них, ну, такая традиция. Вы, короче, знаете, что у них такая-то вот традиция есть, да, и я, в общем, не буду вдаваться в эти подробности. Потому что я не хочу, правда, об этом вспоминать. Но, короче говоря, я фактически отбила девчонку у ее будущего мужа, хоть она и передумала за него выходить замуж. Типа, он опоздал там на свидание на 3 минуты, значит, все, никакого тебе замужества. Вообще, если подумать, я сама того не желая, ограничила себя огромным количеством девчонок, да? А тут и Беатрис у меня, и Юнис. Давайте на урок сходим. Я вообще-то этого не планировала делать, совсем не хотела, но сейчас подумала, а чего бы и не сходить в конце концов. Да, и Беатрис, и Юнис, и принцесса. Мне, наверное, для полной коллекции осталось только... Рассел уже насолил, похоже, там кому-то. Что у нас тут? Биология? Все понятно, уроки мы не идем сегодня. Так о чем это я говорила? Какие такие прогулы? Не знаю никаких прогулов. Да, получается, что у меня тут небольшой гарем собирается, да? Я не хотела такого, но я не могу сказать, чтобы я была совсем уж против. Давайте лучше выполним какое-нибудь задание. Я надеюсь, что будущий муж принцессы меня не накажет за то, что я с ней гулять надумала так. Чего делаете, парни? Что происходит? Ха! Что, не ожидал? Элджи, уходи! Элджи, прекрати! Почему все со всеми дерутся тут постоянно? Как же так? Кстати, ничего себе, эти хулиганы, они настолько слабыми оказались. Блин, музыка классная, но я не хочу драться с Элджером, серьезно. Элджи, успокойся. Элджи, лучше бы ты показывал свой нрав хулиганам. Посмотрите, у меня тут доска почета. Это получается, что у меня из каждой вот этой... Ой, медвежонок, ничего себе, она мне что, медвежонка вернула? Интересно, почему? То есть получается, что я из каждой банды по девчонке себе, ну, зарабатываю. Тупо звучит, конечно, но... Но как есть. Беатрис, принцесса, кто следующая? Да, мне для полной коллекции, правда, не хватает той девчонки в обтягивающем кожаном костюме. Помните, которая постоянно выделяется? У нее даже
А платье было какое-то особенное, когда мы Хэллоуин все отмечали. Ладно, что за гонка в долине? Давайте уже посмотрим, наконец, на эту гонку. То девчонки не мой мозг выносят, серьезно. О, попите, hey, давно Pete. Не виделись. Where is everybody? Oh, Jimmy, it's you. Yeah? Тебе Гарри про меня ничего не говорил? Because you want to kill Gary, now and got those rich kids to throw eggs at you. Wow. Gary will get what's coming to him. What's wrong with you? Nothing. Well, you're sitting around watching TV by yourself like a loser. Someone crap in your bed? What's wrong? Well, for one moment I had friends. Just one moment. You and Gary. Какой такой Гэри? Ты че, вообще уже? You're a psychopath. Come on. You both bullied me mercilessly, but... Ну и что, что я такая? Now I'm back on my own, and I'm too cool to be a dork, and I'm too dorky to be anything else. You're not on your own. Where is everybody? At the bike race at Old Bulworth Vale. By shiny bikes at the beach. Bike race? Why didn't you say so? Come on. Подождите, а почему Пит меня перестал другом считать? Подождите, а мы разве были друзьями? Че за ерунда? Нет, я думаю... Опа, здрасте, а где мой велосипед? А, откуда? Откуда у меня велосипед? Тут главное не врезаться. Вот, как мы... Да господи, че ж вы все под колеса-то претесь? И фонари, и люди, и все под колеса стремятся мои попасть. Почему? Гэри, чертов Гэри, я, честно говоря, и без Пита знала, что он против меня науськал абсолютно всех, а не только. Черт. Как везет, однако, сегодня. Да, не только мажоров, но и вообще всю абсолютно школу. Я и вам и говорила, да, что... Он меня, наверное, в покое не оставит, но я не думала это услышать от Пита. Парни, что за сходка? Че собрались-то все? Кто этот мужик взрослый? We'll show you how gentlemen behave themselves. Don't worry about sad sacks. Так. Что? Правая рука в деле. Пошло как-то звучит. А, все прямо и прямо. О, нет, 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 нет! О нет, черт, вот тебе и правая рука в деле. Где там этот жертва инцеста, блин, далеко? Слушайте, а мне нравятся гонки. Я бы лучше, знаете, вот принимала участие активно в гонках, нежели собирала гарем. Потому что с гаремом могут быть проблемы. А с гонками? Ну какие с гонками проблемы? А представьте, если девчонки однажды соберутся и меня, я не знаю, расчленят просто. Или вздернут там, я не знаю, ну что-нибудь в этом роде. А они могут, если только узнают, что есть соперницы друг у друга, особенно принцесса. Вот уж где вздорный характер. Высокомерная гадина. Опа! Прям как НФС, ничего себе. Мило, мило. Там одна Юнис, блин, свои силищи раскидает всех соперниц. А принцесса меня просто... живет со света. А Беатрис, ну, как-нибудь отравит, я не знаю. Откуда у меня велосипед взялся? Нет, серьезно. Опять сперло, наверное. Уроки! Я что, я опоздаю на уроки, что ли? О, нет. Когда там уже конец? Мне на уроки надо. Фуф. Ой, я ту девчонку сбила, которую хотела для своего гарема заполучить. Для полной коллекции. И рыженькая тут пришла меня подбодрить. А, вот кто эти гонки оплатил. Хорошо. А почему? Почему мажоры меня все меньше и меньше уважают? Что не так с ними? Shiny bikes. Разборки на пляже? Нет, подождите, я же хотела на уроки.
Я, конечно, хочу разборок на пляже, наверняка какие-то разборки будут после того, как я гонки выиграла, да? Ведь уважение мажоров. Не могу сказать, чтобы для меня было дорого уважение жертв инцеста, но все-таки лишних проблем с другими бандами, да еще и потому, что Гэри так захотелось, мне совсем не хочется, правда. Я тогда просто на Гэри натравлю свою банду девчонок, и все, вот, пусть разбирается с девчонками. Какой хитрый и коварный план. Какие такие прогулы? По мне не видно, блин, что я изо всех сил на уроки спешу, даже вон как ранюсь. Я чуть ли шею не сломала, а все ради уроков. Хоть бы было ИЗО. Я хочу очень ИЗО. Так, какой там этаж? Второй. Черт, этот все еще у меня на хвосте. Вот гад, не отстает же, не теряет меня. Отстань, не мешай мне на уроки идти, ну. Вот ведь, слушайте, эти старосты нереально не хотят, чтобы дети на уроки ходили. Так, что там? Музыка. Ну, музыка тоже не так уж и плохо. Я ожидала, я не знаю, какого-нибудь там английского языка и так далее. Я отдыхаю на улице под дождем на скамейке. Все в порядке, не беспокойся за меня. Ай, так, ладно. Ну, все готовы? Поехали! Идеально, но когда хорошо, тоже хорошо. А вот лаги мне совсем не нравятся. Короче говоря, все, будущее Джимми Боя предопределено. Это никакое не воровское там чего-то там. А это музыкальное будущее для Джимми Боя. Нормально, вот так вот из хулигана, да, воспитали, можно сказать, джентльмена. Да еще и музыканта, ко всему прочему. Нет, может быть, я серьезно какая-то там чувствительная натура, как говорила Беатрис. Может быть, она была права? Может быть, Беатрис виднее, хоть у нее и герпес, но все-таки. Не такая уж и плохая девчонка, правда? А что касается самого Джимми, так мне кажется, что ему больше нравится принцесса. Да ладно тебе. Так. Ну что, начать разборки на пляже сейчас или немного погодить, как думаете? Давайте, наверное, пойдем. Что там за разборки за такие? Мне очень интересно, кстати. Мне уж не терпится. Так, я там велосипед бросила. Давайте заберем его, если он есть все еще. Да ладно, правда что ли? Не сперли? Так это серьезно что ли? Кроме меня в этой школе больше настолько плохих людей нет? Черт, мне неловко даже как-то. Нет, серьезно. Я вот видите, блин, на фонарях злость срываю. А никто больше этого не делает, все такие хорошие, хоть и жертвы инцеста. Кто бы мог подумать? Так а что, Дерби мне ничего не скажет по поводу принцессы? Серьезно, что ли? Я не думаю, мне кажется, что он должен что-то сказать. Не может пройти все так гладко. Что типа, ну, ты у меня увел принцессу, ну так что ж теперь? Ну, в смысле, принцессу, девушку. Ну что ж теперь, такая судьба у меня, значит. Ай, так. Yeah, you want to get a C-785, then dismantle it and recouple with a 767 in titanium. Very expensive, but it will make your machine fly. That's what the pros do. Really? I was gonna get the 976 because I thought it would make me look important amongst my peer group. A 976? What are you, a girl? Oh, here's the kid who won the race. Hey, you came for your trophy, huh? Yep. Well,
Here she is. Beautiful. Что это такое? Molded plastic, covered in aluminum wrap. Летая пластмасса. With your name misspelled on it. С ошибкой на имя. Look at this. О, ну здрасте. A bunch of guys whose career aspirations are to work in stores. Точно, конечно. Fabulous. I love it when people know their place in life. А где ваш главарь, жертва инцеста? Well, your place in life is in my toilet. You trust fund turd? Do you even have flushing toilets in your trailer? I couldn't imagine it. You guys are a bunch of scumbags, aren't you? What you got? Bring it. Come on. Nice trophy. Hey, let me see. Только не разбей. Hey, эй, ты чё-то? Пипец, какие вор, да? Слушайте, вот вам и жертва инцеста. Ну, попробуй помочь, Рики. Ничего себе, у меня новый союзник. Так подождите, а где... Это он ко мне? Придурок, он что, не знает, что это мой дом? О! Эй, парни, вы в курсе, что это мой дом, нет? Спасибо за колу, отморозки. Вы там со своими яйцами. Успокоитесь ли уже хоть когда-нибудь? Че, бессмертный, что ли? Черт, что-то мне кажется, у Рики проблемы какие-то однозначно. Да блин, сколько вас? Рики, разбирайся тут с этими, а я у Гордо отниму свой приз. Ты потом не забудь отполировать его своим языком, ладно? Мой приз. Глупый, блин. А вот и мой приз. О, теперь я могу участие в велогонках принимать, наверное, когда мне захочется. Jimmy comes through again. Чего тебе? Давай посмотрим, получится или не получится еще раз. Зато у меня сколько заданий, вы только на это посмотрите. Не, ну это я уже буду в следующий раз выполнять, наверное, да? Хотя, блин, мяу. Наверное, до буйка не просто доплыть, а как-то вокруг, да? А, вот так вот. То есть в прошлый раз я же этого не сделала, да? И я как... Просто на уроках физкультуры у нас было такое задание. Ой, как же это называется? В общем, мы бегали короткие дистанции. Туда и сюда. В общем... Господи, спринт, не спринт. Как это называется? Я думала, что... Ну, то есть там добегаешь, допустим, до... Блин, они что, мажоры все с собой яйца носят? А представляете, протухшие яйца, да? Это ж какая вонь от них, господи. Я не думала, что они воровать могут. Хотя, чего от них ожидать? Можно. А кубок займет почетное место у меня где-нибудь среди мишек там и так далее. Да, так вот, добегаешь там до, я не знаю, какого-нибудь предмета, там, мячика, например, да, или что-то могут положить, берешь тот мячик, потом бежишь обратно. Ну, в общем, это очень мало времени требует, и да, я, короче, надеюсь, что вы просто меня поняли, потому что я не могу это адекватно и внятно объяснить. Все, друзья, всем за просмотр, спасибо, надеюсь, что видео вам понравилось. Пишите комментарии, больших пальцев вверх я от вас ожидаю, несмотря на то, что я не могу адекватно свои мысли излагать, вот. Всем удачи и всем пока!